Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах та самая чудо-картина, о которой я рассказывал в предыдущем видео. Чудо она потому, что отличается от всех остальных. Девушка немножко полубоком, и это придает ей какой-то особый шарм. Еще на ваших экранах мои ассистенты, которые вообще прекрасные танцоры, но сегодня меня ассистируют. Вот, их сегодня будет четверо, один немножечко опаздывает. Ну ничего страшного, побежал по делам. Обратите внимание на то, на каком фоне девушка. Девушка на красно-оранжевом фоне. То есть не на однотонном, а на двухцветном. Это очень сильно упрощает мне задачу при сборке двухсторонней картины. Но сложностей с такими картинами у меня огромное количество. Да и не только у меня, ребята не дадут соврать. Только что мы, наверное, полтора часа пытались упаковать эту всю конструкцию в машину. А с этим поролоном мы вообще намучились. Мы его скотчем обматывали и что с ним только не делали. Вот он этот голубого цвета, то, что я сейчас снимаю, это поролон. И вот это тоже кусок поролона, который мы подгоняли под размер картины. Иначе бы эти кубики просто сейчас рассыпались. И никакой картины, и никакого выступления бы попросту не было. Этот стол мы тоже в ресторане искали очень долго. И не могли найти. Ну вот нет в ресторане свободных столов. А нам нужен еще такой, который на колесиках и крутится. Повернем сейчас, и на той стороне вы увидите ее жениха. То есть жениха этой девушки. Вот. Именно вот эти движения мы и будем делать на сцене. И вот как выглядит жених. Ну вот. Вот такая красота. Надеюсь, что все получится, как я и хотел. И выступление будет удачным, успешным. Ну, помашем ручками, да, ребята? Всем счастливо. До новых встреч.